Воспитанников детского сада в пригороде Хабаровска пришлось экстренно эвакуировать. Травяной пал подошел вплотную к дошкольному учреждению села Восточное. На этих кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как ситуация развивалась стремительно. Спасателям пришлось преграждать путь пламени. Ветер раздувал огонь, и бороться с ним было непросто. Сотрудники детского сада обеспечили грамотно эвакуацию детей. Изначально их за здание детского сада, когда полоса прошла, мы их уже с территории вообще уводили. Естественно, с родителями созвонились, кто смог быстро забрать детей. Рядом с огненной полосой и здание школы. К этому времени занятия там уже закончились. Пожарным удалось увести огонь от территории образовательных учреждений в сторону дороги и полностью потушить пламя. Пострадавших нет.